Всем привет, дорогие друзья! Homo Friends! Смотрите, что для вас я сегодня нашел. Китайцы нас решили снова удивить. И что это такое? Low Under Wabs Banan! О-о-о! Вот это да, друзья! Мы уже добрались до фруктов. Что же будет дальше? Ой-ой-ой! Как говорится, но у китайцев фантазия великая и богатая. Так что, друзья, перед нами сегодня Low Surprise Under Wabs Banan! Миньоны, думаю, были бы очень рады такому Low Surprise'у. Ну, мы тоже, думаю, обрадуемся. Интересно, удивят нас китайцы или нет, и что же там будут за куклы. Начинаем же этот классный мега-выпуск. А вы, чтобы не пропустить такие классные, прикольные видео, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарий, зовите друзей, будет вместе веселей. Ну, и пальчики вверх, конечно же. Начинаем распаковку. Ребята, я думаю, вы заметили, и коробочки бывают двух цветов. Одна какая-то синенькая, вторая розовенькая. Но непонятно, что же там будет в них внутри. И бывают еще бананчики разные. Бывают вот такие синие, бывают желтая такая вот упаковка, и бывает еще розовая и фиолетовая. Интересно, будет ли это чем-то отличать данную игрушку, сюрпризюшку, непонятно. Давайте откроем вот такой синий. Смотрите, какая там красивая кукла. Давайте поближе посмотрим, что же там в коробке будет лежать. Так, достаем. Все, коробочка нам больше не нужна. Как вы заметили, у нас пришла киська помогать нам открывать. Так, вот такой, друзья, бананчик. Кстати, на коробке, если вы заметили, тоже еще нарисовано, что здесь бананы можно скреплять. Вот, видите? Попробуем, конечно, это сделать позже. Такая будет веточка Лол Банан Сюрпрайзов. Очень будет смешно и забавно выглядеть это все. Итак... Друзья, чтобы было интереснее, я скрепил все бананчики. Смотрите, как они классно смотрятся. Вот так можно брать один бананчик с веточки. Чик, отделил и распаковываешь. Вот это класс. Вообще идея прикольная, мне понравилась. Но, конечно же, надо посмотреть еще, что там будет, друзья, внутри. Смотрите, вот такая здесь кукла Pop Heart. И еще одна, фишка 70-х на упаковке. Упаковка очень красивая, прикольная. Ну и сама форма банан прикольная. Ну и здесь нарисован лимон, банан. Возможно, еще будут лол-лимоны. Ого, можно так легко снять этот пакетик. И как же открывать сюрприз-то, друзья? Похоже, вот здесь вот надо как-то поддеть. Да, вот так вот он открывается. Чикс. И мы видим внутри пакетик с сюрпризом. Ну, забавно, друзья. Конечно, не шарик. Но все выглядит забавно и прикольно. В этот раз китайцы, по крайней мере, по упаковке меня очень не удивили, друзья. Так, давайте открывать пакетик и смотреть, что же, друзья, за кукла будет в этом сюрпризе. Так, высыпаем содержимое пакетика, подсказку, и смотрим. Так, смотрите, подсказка какая-то новенькая. Здесь куколка, маленькая сестричка, бутылочка и алмазик. Так. Тельце вот мне не нравится сразу. Оно не от Лол, а выполнено в виде другой куклы. Смотрите, нам положили три ботинка, очки, вот такое вот платье фиолетовое и розовую бутылку. Сейчас вам ее покажу, она убежала. Вот она, такая фиолетово-розовая бутылка. Ну и давайте же посмотрим на саму куклу, друзья. Сейчас я так пониже сделаю, чтобы она была видней. Одеваем голову нашей куколки. Как мы видим, тело отличается сразу от головы, но кукла, вот именно голова прикольная. Смотрите, у нее ротик ровно сделан, глазки тоже хорошо выполнены, бигдюшки смешные, но под ним есть проблема, они кое-где не докрашены. Даже не знаю, друзья, по мне так идея с бананом очень крутая, но куколка так себе. Как вы считаете, напишите в комментариях. Но платье меняет цвет. Смотрите, я его пальчиком держу, и оно стало светлое. Было изначально такое темное, темно-фиолетовое. И еще три ботинка, друзья. Представляете? Интересно, что будет в других бананах. Какие куколки нам попадутся. Так, вот как кукла выглядит в очках. Но бутылку, к сожалению, ей некуда прикрепить, у нее нет ручки. Вот такая банановая дива у нас. Кстати, интересно, вот так если сажать кукол в банан. Будут они сидеть в своем банане? Да, сидят. Смотрите, как выглядит смешно и забавно. Давайте их так и будем прям сажать в банан. Так. Мы тем временем откроем следующий банан на Лол.
Так, не хочет кукла сидеть, падает. Ну ладно. Следующий банан лон такого желтого цвета. Упаковка вот так легко снимается. Давайте смотреть, что за банана лол будет здесь. Так, ставим пакетик. Так, друзья, по-моему, такая кукла, что ли, нам попалась, то же самое. Это как-то не очень круто. Да, друзья, нам, похоже, попалась такая же кукла и полностью в своем обмундировании. Такое и было. Так. Да, друзья, точно такая же кукла, как и первая нам попалась. Хотя бумажка была желтенькая, но тоже у нее, вот она, кстати, нормальная. У нее вообще нет никаких помарок, и волосы хорошо покрасили, и глазки, и ротик. Платье то же самое. Давайте нарядим ее в платье. А аксессуары не будем примерять, потому что мы их уже смотрели. Посадим эту грю банан. Смешно выглядит. Здесь два ботинка, друзья. Не как в первом шаре, было три. Но подсказка другая. Смотрите, звездочки, лайк и алмазик. Чик. Смешно. Так. Так, давайте разрывать нашу следующую веточку банана. Так. Давайте откроем вот такой синий бананчик. Джинкс. А это не снимается, друзья, пакетик. Те так легко снялись, а этот не хочет. Ну, еще раз попробуем. Не хочет. Не хочется его резать. Выглядит прикольно. Не хотелось бы вот такого, как банан, очищать. Да, снялось. Итак. Что же будет здесь? Ну, такая же кукла. Будет очень обидно. Досадно. Но нет, друзья, здесь другая кукла. Мы видим уже темные волосы. Это классно. Так, кукольный банановый домик идет на место. Чуть не хочет у него вот этот стоп, эта штука падает. Тик. Ну ладно. Так, здесь у нас пакетик вот другого чуть образца. И смотрим на аксессуары. Вот такое зеленое платье, тело тоже не от лол и плохо скреплено. Так, очки, бутылка и ботинки, все то же самое, без изменений. Подсказка другая, такая девочка-спортсменка, алмазик и пальчик вверх, лайк. Ставьте, кстати, пальчик вверх, поддержите канал. И давайте прикрепим голову, тоже, видите, это отличается. Само тело от куклы головы, лицо загорело, а тело все не загорело. Итак, щечки накрашены, глазки ровненькие, волосы неплохо тоже покрашены. И голова очень мягкая, будет плеваться. Какая-то банановая серия у нас сегодня, но вот аксессуары прям какая-то беда. Платье, по-моему, тоже чуть светлее, это от теплой прикосновения рук. Значит, водички будет менять цвет. Так, эту куколку сейчас мы нарядим, потому что она пока что не повторка у нас. Чик. Очки не хочется одевать, она выглядит так прикольно. Такая черновласка, кореглазка нам попалась, друзья. По мне так симпатишка. Давайте посадим в ее космический банан, которым она прилетела к нам из Китая. Так, аксессуарчики ее положим сюда. Чик. И посадим ее в стороночку. Тем временем мы открываем уже розовый. Такую еще мы не открывали. Розовый бананчик. Опс. Как-то он тоже не хочет. Но получилось. Так. Шикс и шикс. Банан. Космический корабль в виде банана. И неужто нам снова попалась такая кукла, друзья? Что-то какая-то прям беда. Вы посмотрите, бананы мы открываем, но пока что попадается только две куклы всего лишь. Пока что разных. Из четырех сюрпризов попались только две разных. Может быть, это новая волна. И еще особо много кукол нету. Как вы знаете, если вы смотрите мой канал, что когда выходят только шарики, там может быть вообще в шести шарах одна и та же кукла. Потому что я не знаю, почему они так делают, но почему-то получается именно вот так вот. Так, такая куколка идет в свой космический корабль банан, который сделали миньоны. И подсказка здесь, кстати, тоже другая. Смотрите, костюм и обувь. Так.
А мы открываем дальше. Давайте желтый такой бананчик откроем. Так, пакетик уберем с кадра. Желтый бананчик. Получится ли нам его снять? Мне кажется, в эту сторону интересно попробовать. Не хочет. Но захочет, думаю. Сейчас попробуем все-таки. Так, да, получилось, друзья. В эту сторону тоже можно пакетик вот так снять. Не портить. И, например, повторки подарить своим друзьям. Так, так. И кто здесь? Да ладно, друзья, это жесть какая-то. Банановые клоны атакуют. Так, что здесь за кукла? Так, а здесь снова черновласка, друзья. Вот она. Черновласка. Но качество головы действительно очень классное для копии. Все прокрашено хорошо. И аксессуары все те же самые, друзья. Быстро одеваем ей голову. Чик. И чик. И той стороной. И платье оденем ей. Чик. Чик. Сажаем ее в летающий корабль миньонов. И засыпаем ей аксессуары. Жикс. Так, что-то много повторок. Это уже третья. Так, еще у нас два банана. Один банан, который в коробке остался, пойдет на мега-выпуск. Смотрим, что в этом летающем банане. Так, друзья, просто ужас. Клоны атакуют. Клоны атакуют банановые. И здесь такая же кукла, как первая. Уже три таких и три таких. Ужас какой-то. Здесь какое-то тельце, все грязное, кукла. Что-то китайцы, как обычно, с упаковкой стараются. А внутри не хотят ничего менять. Кладут всякую руинду. Так, такую куклу мы тоже уже с вами рассматривали. Аксессуары на месте, но повторки. Так, сейчас бутылку уберем. Тоже упал на пол. Зикс. И сажаем куклу на место. И у нас сегодня вместе с вами остался последний такой бананчик. Лольчик, миньончик. Так, осталось его тоже аккуратненько открыть. Так, потому что, как я понял, здесь что-то какой-то ужас творится пока что. И одни попадаются повторки. Вообще ужас какой, не хочет открываться. Блин, все-таки мне удалось снять. Я аж улетела одна кукла, представляете? В космическом своем корабле. Так, ну что же нас ждет в этом банане, друзья? И снова клон банановый. Видно, может, это банановые жители такие, только пока что попадаются. Ничего не понятно. Снова такая же куколка, черноглазик, кореглазик. И вот такая подсказка, такая тоже уже была. Друзья, мы рассмотрели вот такие новые сюрпризы от китайцев. Пока что попадаются только две куклы, которые вы увидели в этом выпуске. Надеюсь, скоро они придумают что-то еще новое. Мы купим еще пару на мега-выпуске. И будем смотреть, что же в них будет попадаться дальше. Потому что иногда куклы меняются и в лучшую сторону, и в худшую. Мы вместе с вами это проверим. Надеюсь, я вас удивил. Нашел вам такие бананы миньона Лола сюрпризы. Миньонов точно удивил. С вас пальчик вверх, подписка на канал. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать самые новые видео. Увидимся. Пока-пока, друзья. До новых встреч. Пишите, как вам эти бананы. Бананы!